Наследие и подлинность. Архитектурное излишество в Кисловодске. Это небольшой город в Ставропольском крае, в Кавказских минеральных водах, который привлекает каждый год сотни тысяч туристов, является фактически отечественным Баден-Баденом, собирает уже два века хорошую архитектуру, гостей со всего мира и не собирается останавливаться. У него очень амбициозные планы. О целебных свойствах минеральной воды люди знали очень давно. Еще в 18 веке при Екатерине II один из академиков жаловался, что россияне едут лечиться за границу, хотя в Отечестве в достаточном количестве есть минеральные источники, в том числе кислые воды, нарзан. Но эта территория тогда еще была небезопасной из-за постоянных военных конфликтов. Кисловодск появляется на карте именно как город-крепость в 1803 году, и на территории крепости сейчас хранится старинная ванная, видимо, 18-го, еще 19 века, довольно грубо сделанная, но в то же время она говорит о том, что люди знали о целебных свойствах воды и старались все-таки кислые воды применять. Понятно, что курорт строился не как Бог на душу положит, а по весьма регулярному плану. У Кисловодска было два высочайших лоббиста на всероссийском уровне. Это граф Воронцов и генерал Ермолов, герой 12-го года. Именно при последнем появился курортный проспект. Главная прогулочная магистраль, где находятся ванны, галереи, самые красивые здания, самые дорогие гостиницы. Первоначально все это пространство называлось Тополевой аллеей, но потом деревья сменились. Кисловодск решает соревноваться с Баден-Баденом и с Карлсбадом. Но для того, чтобы вступить в этот бой, иногда неравный, город должен обладать красивыми, великолепными зданиями. И вот в 1850-е годы здесь строят здание Нарзанной галереи или Воронцовской галереи, как ее называли изначально. Тогда все очень увлекались Англией, все читали Байрона, Вальтера Скотта. Хотя здание чрезвычайно эффектное, назначение у него предельно функциональное. Собирались люди, общались, пили воду, прятались от солнца и от дождя. То есть первоначально галерея была открытая, а остекление она получила значительно позже. Репин, Мамин сибиряк, Толстой. Людей, которые приезжали на отдых в Кисловодск, можно перечислять бесконечно. Это имена всероссийские. Но когда особенно увеличился поток туристов, гостей, отдыхающих? Конечно, когда провели железную дорогу. И в Кисловодске осталось старое здание вокзала, даже еще с дореформенной орфографией. И можно представить, как сюда прибывали поезда в конце 19 века. А за развлечениями нужно идти буквально пару шагов. Перед нами великолепное, невероятное по объемам здание курортного зала. Сейчас это Кисловодская филармония. Оно построено в 1890-е годы в стиле итальянского возрождения. Мощные формы, две такие вот башенки, внушительная крыша. Здесь играла музыка,
находился ресторан грузинской кухни, и вот человек сразу с поезда, сразу из дальней дороги мог прийти и наслаждаться музыкой, высоким обществом, которое здесь собиралось. Кстати, рядом с курортным залом в конце 19 века построили еще и здание летней эстрады. Ее использовали и до революции, и в советское время. Очень волнительно, тут, например, выступал Владимир Высоцкий. А само сооружение носит очень красивое название – музыкальная раковина. Ну и эхо здесь бесподобное. В старинных курортных городах можно найти благоустройство прошлых эпох. И в Кисловодске сохранился фонтан лягушки, который был заказан и изготовлен в Санкт-Петербурге в 1895 году. Местные очень гордились, что получили такое изделие прямиком из Санкт-Петербурга, из столицы Российской империи, пусть и за огромные деньги, но зато сейчас нас радует этот след из 19 века. Другое знаковое для Кисловодска здание появилось в год его столетия. В 1903 году архитектор Клепинин строит главные нарзанные ванны. Это что-то невероятное. Вроде бы стиль модерн, плавные, гибкие линии, но здание абсолютно симметрично. У него заметно две башенки по краям. Это потому, что мужское отделение и женское отделение. При этом, хотя выглядит здание очень богато, все-таки старались сэкономить на материалах. Кирпич местный, желтый, пятигорской выделки, хотя, конечно, замечательные вот эти панно из майолики везли аж из Москвы. Обычно курортная архитектура заимствует самые передовые стили своего времени, поэтому нет ничего необычного в том, что именно модерн завоевал Кисловодские улицы в начале 20-го столетия. Перед нами такая вот типичная дачка, где селились российские буржуа, богатые люди. Дачка эта возведена в 1903 году. Здесь успели отдохнуть Прокофьев, Рахманинов, а в 1917 году эту дачу на два месяца снимает Федор Шаляпин. Он очень часто репетировал вечером, уже при луне, окна были открыты, и, конечно, многие гости и жители Кисловодска приходили и слушали. Так как живых свидетелей этих полуночных, полувечерних концертов, наверное, уже все-таки не осталось в живых, то весьма забавную табличку поместили на ель, что она является свидетельницей концертов, которые здесь проходили. До революции оставалось 10-15 лет, но в Кисловодске с завидным постоянством росли богатые дачи, огромные особняки. Российская элита вкладывалась в жилье на курортах. Перед нами дом очень эффектный, который в 1905 году построило семейство Тварчерелидзе. Но Кавказ без легенд никакой не Кавказ, и поэтому народная молва в этом доме прописывает Матильду Кшесинскую. Якобы в 1918 году она после революции, после смуты в Петрограде, в Москве, спасалась здесь, как и очень многие представители российского бомонда, на южных курортах. То ли жила в самом доле, то ли где-то во флигеле. Документальных подтверждений этому нет, но дом Матильды Кшесинской есть во всех путеводителях. Парадоксально, но когда была большая смута и сюда на юг бежали абсолютно все, чтобы спастись, именно в Кисловодске появился на свет человек, который своими произведениями потом и будет расхлебывать 20 век и наше представление о нем. Александр Солженицын родился в Кисловодске в 1918 году. Ранние годы он провел в доме тетки, который сохранился, там сейчас расположен музей, но уже в достаточно раннем возрасте Солженицын переехал в Ростов-на-Дону, где и поступил на местный физмат. Памятник работы Церетели, но редко какой город обойдется без подарков этого скульптора.
революционный гром прошел, установилась советская власть. Не будем скрывать, что до революции достаточно небольшое число людей могли себе позволить поехать в Кисловодск. И в СССР в 20-е годы стараются строить больше санаториев, и появляются Октябрьские ванны. Знаковое здание, это очень хороший местный конструктивизм, очень эффектное здание с часами, оно построено и спроектировано архитектором Яськовым в 1920-е годы. Кроме часов, на здании есть довольно забавная деталь. Издалека кажется, что на барельефах рабочие, крестьяне, которые идут бороться там за власть советов, оказывается, что это просто люди с полотенцами, которые карабкаются к светлому минеральному будущему. Безусловно, мы любим и изучаем всю архитектуру, но курортная всегда была витриной, такой вот визитной карточкой страны. Люди сюда вырывались раз в год, иногда раз в десятилетие, с трудом. Привозили эти фотографии на фоне сталинских вазонов. И советская история Кисловодска – это просто энциклопедия архитектуры. Здесь можно найти авангард, здесь можно найти очень богатый ампир сталинских времен. И особенно много здесь, конечно, модернизма. Наверное, больше всего санаториев построено именно в этом стиле. И когда в других городах эта архитектура стремительно уходит, о ней не заботятся, здесь хотя бы фасады сохранены, можно на них взглянуть, и последователь любого стиля найдет себе здесь здание по душе. Как-то так сложилось и чувствуется, что дореволюционная архитектура Кисловодска и советская не вступают в противопоставление, а дополняют друг друга, показывая, как развивалась строительная мысль, архитектурная мысль нашей с вами страны. Не из меда и рахат лукума состоит наша жизнь. У Кисловодска огромное количество сильных сторон, с этим никто не спорит. Но, конечно, общероссийские проблемы здесь тоже видны. Это хаотичная парковка, это разномастная реклама, это неурегулированная торговля, это самострой, который появлялся в 90-е, 2000-е годы. И городская администрация вместе с КБ «Стрелка», вместе с Дом РФ разработала концепцию развития Кисловодска до 2030 года вместе с мастер-планом городским. Это очень объемный двухтомный документ, над которым работали больше 80 специалистов, анализировали опыт трех стран, примерно похожих вот в курортной сфере. Авторы документа обещают, что в 2030 году Кисловодск будет принимать 700 тысяч гостей не только со всей России, но и со всего мира за счет своей медицинской базы. Здесь появится высокотехнологичный медицинский центр, будет налажена транспортная инфраструктура, которая станет нормальной, человеческой, удобной. Это касается не только туристов, здесь будет приведена в порядок инфраструктура спортивная, появятся новые школы и детские сады. И очень классно, что мы подошли вот к той точке, когда наконец-то у города появится архитектурный регламент. А если говорить о привлечении гостей, то встречают же с хлебом солью, и вот здания, внешний вид, облик, они являются вот тем самым хлебом солью для Кисловодска и для молодежи в том числе. Мы охраняем не только архитектуру, мы охраняем ландшафт. И когда человеку понравился сложившийся образ, например, курортного бульвара, а я напомню, что Ермолов
очень ценил регулярную, как тогда говорили, регулярственную архитектуру, и все это заложил с лучшими специалистами, с Бернардаци в 1830-е годы, люди рассчитывали абсолютно на то, что будут приезжать и будут этим любоваться. Я за то, чтобы исторический центр города все-таки регламентировался, но все вокруг, конечно, можно под какие-то менее строгие рамки отдать. Человеку по-прежнему нужна история, человеку по-прежнему нужна шероховатость старых камней. Поэтому будущее Кисловодска видится вот в этом единстве зеленой политики, экологии. И я уверен, что Кисловодск сможет стать пилотным городом всей агломерации Кавминвод, которую, как я понимаю, сейчас тоже активно обсуждают. И мы найдем разумный сейчас баланс между потреблением курортных услуг, между созерцанием Кисловодска и вот тем, что нам земля может предоставить. Сам Кисловодск находится в котловине, он окружен горными системами, и природа – одна из главных, конечно, составляющих, которые заставляют сюда людей приезжать снова и снова. Во-первых, есть огромный Кисловодский национальный парк. Площадь этого парка больше, чем площадь парка Версальского дворца. Начали создавать рукотворно в 1823 году. И вот это тот самый вот наш английский газон, который одинаково хорошо стригли и до революции, и в советское время, и в современной России. Там есть храм воздуха, там есть розарий, там есть огромное количество дорожек, где, собственно, люди занимаются спортом под надзором врачей. Там невероятное количество, куча активностей, которые подойдут и для семьи, и для курортника-одиночки. И за пределами Кисловодска самого тоже есть на что посмотреть. Это и живописные горные системы, и ущелья, и водопады. Можно очень легко заказать экскурсии и насладиться красотами Кавказа, потому что в 19 веке сюда вот из Петербурга ехали специально ради такой уникальной природы, климата, воды, полтора месяца. Сейчас нам для этого требуется гораздо меньше времени. У российского Баден-Бадена очень простая и очень успешная формула, которая заставляет людей сюда ездить поколениями, возвращаться вновь и вновь. Это природа, это хорошая кухня, это неплохая медицина и, конечно, целебный нарзан.